К сожалению, эпидемиологическая ситуация в районе и в крае остается напряженной. Количество заболевших и умерших от коронавирусной инфекции и его осложнений, конечно же, растет. Поэтому иммунизация против коронавирусной инфекции продолжает оставаться актуальной и нужной. Все нерабочие и праздничные дни наши пункты вакцинации работали и продолжают работать в ежедневном режиме. Привита против коронавирусной инфекции первым компонентом 9874 человека, что составляет 53,8% от населения. Вторым компонентом 7730 человек, это 42,1%. Против гриппа привито 7134 человека, что составляет 41,2% от плана. В разы чаще болеют те, кто не привился. Болеют и погибают молодые пациенты без сопутствующей патологии, беременные и дети. Статистика неутешительна, к сожалению. В Республике Адыгея за период пандемии перенесло новую коронавирусную инфекцию 190 беременных женщин. При этом в 2020 году всего 81 случай. Из них болели в тяжелой форме 5 пациенток. В 2021 году только за период июля-октябрь в инфекционном госпитале пролечено 85 беременных. Из них с тяжелым течением заболевания в реанимационном отделении прошли лечение 10 женщин. Одну пациентку, к сожалению, спасти не удалось. У 70% заболевших беременность завершилась преждевременными родами. Двое новорожденных не выжили, к сожалению. Беременность считается одним из показателей к вакцинации. Ведь беременность сама по себе – это фактор риска осложнений при COVID-19. А беременным, у которых имеются сопутствующие заболевания, стоит быть осторожными вдвойне. Поэтому необходимо пройти вакцинацию беременным женщинам с 22 недели беременности при отсутствии противопоказаний. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Пройдите вакцинацию.